Алина у меня не высыпается. Ну что, доброе утро всем. Да, и тебе тоже доброе утречко. Так. Ой, Саша, я могу насмешил. Рассольчик, пожалуйста, вам на утро. А, это надо убрать. Это надо убрать. Так, сделаю кофе. Да? Чего будем завтракать, плен? Что Бог пошлет? Так, что у нас тут за окошечко? Тепло, плюс 15. Солнце. Лужа, как всегда. Ручей бежит. Слышите? Наполеон скулит. Я ему кусочек хлеба дала, он радуется так. Так, ну что, я теперь тоже... Да ты, господи, давай посмотрим. Давай, где там он? Ну, что у тебя тут? Давай, дай посмотреть. Дай маме. Ой, хлеб, булочка. Давай. Вот какая вкусная булка. Все, ешь, ешь, ешь. Похвалился, все, ешь теперь. У меня привычка такая дурная. Похвалиться нужно. Так. И я тоже сажусь завтракать. Самый обычный завтрак. Кофе с молоком, с медом. И бутерброды с вареной колбаской. Кстати, попробовала колбаску. Вкусненькая такая. Как называется? Сейчас вам покажу. Такая докторская, Великолукский мясокомбинат. Чё, всё? Ладно. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает, завтракает, либо ужинает. День начался у нас, да? День начался. Что будем делать сегодня? Окна перемыты. Не знаю, что делать. Приехали мои наушники. Курьер привез. Саша пошел забирать. Ура, ура! Алло, заветный. Чё? Подарочек. Ну, давай тогда перекинь мне на карту эту сумму. Тимур, дарит он подарок. Тимол. Это мне Тимол перекинул, ну, а не ты. Как удобно, да? Передать коробочку и сказать, дарю вам. Так, ребят, теперь у меня тоже есть наушники. AirPods. Теперь я тоже в этой, как он называется... В массовой истерии с яблоком, да. Так, что, надо будет открыть тогда? Тащи, да, ножичек. Вот Тимол, видите, коробочка с Тимолом. Так, транспортная компания DPD доставлялась очень долго. Больше недели получилось. Вот. И возврат денег мне на карту был, наверное, дней через 5, наверное, да? Возврат денег сделали. А что это такое-то? Да мыло, кусок мыла, что? Все? И все. Пакетик. Пакетик. Все, вот что. Ту-дум-ту-дум. Смотрите, видать, что это такое? Такое? Какая-то бумажка. Спасибо, что выбрали Тимол. Ну, что написано? Короче... Заявку на возврат? Ну, если, например, да, тебя что-то не устроит. А, это знаете что? Это оригами. Смотрите, прикол. Видите, тут даже показано, как сложить, и будет вам вот такая
кошечка. Подарить тебе, Алина? Пустите в дом удачу. Спасибо. А тебе, прикинь, с беспроводной зарядкой пришли. Да что вы говорите? Сказала, с проводной. Да что вы... Беспроводной. Да что вы говорите? Дай-ка я сама его открою. Логики, Саш. Можно я сама открою? На, я собаку тут. На кровать. На, ножичек тебе. Когда микрофон? 16-го. На следующей неделе. Так. Как открываем-то? Просто надрезаем? Угу. Вот так. Да? Угу. В любом месте можно? Она сама должна опускаться, не тряси. Дверь. Почти. Заветная каёбочка. Ой, Алин, иди сюда, ты так же был, да? Подожди. Алин, иди, у тебя так же было запаковано? Вы же с одного магазина берете? Конечно, так же. А зарядник у тебя твой где? Вот от них. Коробки. То есть все там цело, да? Моргает, ну, это ищет. Она новая, потому что все они такие. Вот мои тоже. Уже, ну-ка, стойка, я сунем все равно. Так, что у нас тут внутри? Внутри зарядка. Кабель. Самой вилки-то нет. Жаль. Ну ладно, у нас вилок много. Да я планирую, крахует на всем. Я часы-то брал себе. Ты не перепутай только. А то сейчас да себе, пока у тебя... себе новенький заберешь. Пока у тебя еще там не поцарапано, ничего. Можно еще определить, да, какие мои, какие твои. Видишь, у меня зеленый. В смысле у тебя зеленый? Ну, конечно, он, конечно, будет зеленый. И у Алины зеленый также моргает. Так, ну все, сейчас надо будет их подключать. Коннектить я умею, Саша. Нажимаешь на кнопку. Я коннектила. Я и твои коннектила, и Алинину. Так что все я знаю. Когда ты научилась, ну, в конце все. Концов, а? Такая я вот умница. Я же мать. Все, ладно, ребят. Поздравьте меня с покупочкой. Вот так вот. Буду теперь с наушничками хорошенькими. Музыку слушать. Заниматься спортом. Сейчас я их подключить. Для этого надо. Для этого нужно в телефоне. В телефоне включить Bluetooth. Так. Вернее, нет, сначала он включен у меня. Здесь нужно. Видите, моргает. Нужно вот так вот здесь задеть кнопочка. Вот так вот долго удерживаем. Так, ну ладно, он моргает, значит, он должен искать. Дальше. Вот здесь вот добавить устройство. Все, видите, AirPods. О, появилось сразу. Сопряжение. Добавить AirPods, разрешить. Да, ставим галочку. Добавить. Что-то у меня сорвался. Добавить. Все, AirPods активны. Их можно, по-моему, как-то... Да, вот смотрите, имя устройства AirPods, и можно переименовать. Например, написать имя. Мое Неля. Все. Ладно, сейчас проверю я их. Я тут после душа, так что не обессудьте моему внешнему виду. Так. Открываем. Тут все написано, левый, правый. Тут
никто не знает. Вот это правый. Вставляем в правое ухо. А вот этот буковка L вставляем в левое ухо. Так. Так. И проверяем. Ну, давайте какое-нибудь видео включим. Все работает. Классно. Я так рада. Так, одним словом, значит, что по цене? Напишу ссылку на эти AirPods на Тимоле. Был купон, скидочный купон. Мы его применили, и наушники нам обошлись 8900 с бесплатной доставкой. Так, а сейчас они где-то порядка 10-12 тысяч стоят. Ну, везде по-разному. Так что Тимол рулит. Молодцы. Саша, сейчас что будет делать? Сиреник бить надо, проверить. Проверить. Не паленые ли они, да? Это ты сейчас где? На сайте Apple, да? Официально. Сюда код. Самый лучший помощник у Саши это лупа. Да, бинокль. Лупа. Смотришь левым или правым глазом? Средним. Третьим? Который вот здесь на лбу бывает, посередине. Сейчас скажут, нет такого, не существует. N5-1. Тут, смотри, для слабовидящих. Можно было нажать. Все хорошо. Вот это более легче всего вводится. Право на обслуживание поддержки. AirPods 2. Серийный номер. Другой серийный номер. Дата покупки не подтверждена. Третьи наушники уже и так пишет, понимаешь? Почему? Ну не знаю, что вот, почему они так. Раньше самые первые, когда в позапрошлом году у Алины были, они, по-моему, сразу бах и это, ну, пробились. Угу. А сейчас? Потому что покупашки, продавцы, вернее, разные. Я так думаю. У этого Тимола, у них, допустим, ну как лицензия у них Apple тоже есть. Как же? Тот же магазин Эльдорадо, они тоже все по лицензии Apple торгуют. Офиг его знает, не знаю почему. Вопрос. Да, вопрос. Остается открытым. Ну все, про нас. Ну, видишь, выдает информацию. AirPods 2. Угу. То есть это уже оригинальная продукция, а дата покупки не подтверждена. А ну-ка обновление нажми там. Вот, да и бесполезно. Да? Сколько это уже всего. Ну было? Ладно, я надеюсь, что уж это не да подделка, нет, настоящая. Конечно. Ну все? Все. С удовольствием буду их носить. Тебе спасибо. Еще одна коробочка. Спасибо, что вы мне порекомендовали все их купить. Да нет, что. Алина, ты моя золотая. Нет, просто. Я тебя не буду.